Наш завод участвует в выставке «Фармтех» уже много-много лет. Это одна из ключевых выставок в нашем сегменте. Благодаря участию в выставках в предыдущих годах мы заключили много контрактов. И в этом году тоже было подписание нескольких контрактов, вот буквально вот здесь вот на столе. Основной месседж, который мы хотим донести, это то, что компания «Аврора» является современным высокотехнологичным предприятием, выпускающим различный спектр решений по производству жидких лекарственных форм, так и различных препаратов, таблеток, капсул, БАДов. Выставка «Фармтех» – это одна из самых ключевых и целевых выставок. И на этой выставке мы можем лицом к лицу поговорить с нашими потенциальными и текущими заказчиками и обсудить это за одним столом. Вообще, личное общение в последние два года – это стало некой ценностью. Вот выставка «Фармтех» позволяет с нашими заказчиками поговорить лицом к лицу за одним столом. Это является большой ценностью для нас сейчас. Наша компания – это порядка 3000 квадратных метров производственных площадей. И мы каждый год выпускаем что-то новое. Каталог 2021 года – это больше 100 страниц. Естественно, все сюда привезти мы не смогли. И мы разместили ряд стандартных, типовых, серийных изделий и несколько моноблоков, чтобы просто показать, что мы можем делать. «Фармтех» – это такой, в моем понимании, некий клуб. Все участники знают друг друга, и участие в этой выставке позволяет поддерживать партнерские отношения и общаться с заказчиками. Здесь нет каких-то лишних посторонних людей. Все целевые. На «Фармтехе» собирается вся фарминдустрия и фармотрасль. Мы обсуждаем какие-то общие проблемы, какие-то тенденции, мысли, обмениваемся. Это такой центр, объединяющий фарминдустрию. Вообще, я считаю, что выставки широкого профиля начинают сейчас отходить. Получается, нецелевые клиенты, и они размываются. Поэтому выставка «Фармтех» очень полезна. Она непосредственно объединяет нужных людей целевым профилем и сводит их вместе за одним столом. Этим «Фармтех» отличается от многих других выставок, в которых мы участвуем. Как организаторам я вам хочу пожелать и в дальнейшем оставаться в форварде вот таких вот изменений, которые происходят у нас в жизни. И подстраиваться, и оставаться таким же центром, объединяющим фарминдустрию. Раз в год, когда мы собираемся здесь и общаемся. «Фармтех» – лучшая выставка для фармотрасли.